Ну что, друзья, меня все рухнуло в нашем мире. Мир вообще становится принципиально другим. Наши многие рестораны, многие коммерческие объекты, многие базы отдыха привыкли прекрасно коммуницироваться через социальные сети со своими клиентами. Плюс еще сегодня даже аэропорты в российской союзной системе нигде не работают. Да? Непонятно, как пойдут у нас сегодня потоки наших туристов, наших клиентов и так далее. Так как же сегодня взять нашему туристическому объекту, ресторанному объекту и найти связь со своими читателями? Как ее установить? Как провести все с более высокой прибылью? Вы знаете, я посмотрел на мой личный поплавок. Майские праздники у меня прошли плюс 64% от того года. Ну, значит, все нормально. Вот этим опытом я и хочу поделиться и рассказать, как коммуницироваться с нашими клиентами в современное время с Олегом Назаровым 24 мая в Москве. Это будет прекрасный семинар. Я совершенно уверен, что каждый бизнесмен, который его посетит, найдет новые системы коммуникации и увеличит количество своих клиентов. Всем привет! И будем говорить только о реалиях.